Чебоксарском музыкальном училище прошел мастер-класс вокального искусства. Его провела оперная певица, заслуженная артистка России Татьяна Печникова. Слушала Юлия Важенина. Татьяна в опере Чайковского «Евгений Онегин», Марфа из «Царской невесты» Римского-Корсакова. Один, а любовный напиток Доницетти. Татьяна Печникова исполнила весь сопрановый репертуар. Ее знают не только в России, но и в ведущих театрах Европы. Вот уже 7 лет Татьяна преподает в Российской академии музыки имени Гнесиных. Профессия у нас такая немножко закрытая в том плане, что нельзя показать вот на пальцах, да, что вот это нужно делать так. Там, как пианисты показывают, можно снять с рук и видно это. У нас не видно. И поэтому задача педагога очень сложная. Найти какие-то слова для того, чтобы студент выполнил то, что он хочет. Татьяна Печникова послушала произведение в исполнении студентов Чебоксарского музыкального училища и поделилась своими профессиональными секретами. Начинает, когда ты его не просто то есть вот этими мышцами, которые ты удерживаешь, ты их задержала и немножко вперед повела этими мышцами, чтобы голос отсюда лился. Очень много полезного узнала, как расслабиться, как пустить звук, куда вот поступать, куда идти, очень много. Вот великолепный человек, она очень много прям рассказала, открыла глаза, можно так сказать. Снова посетить будущих оперных исполнителей Татьяна Печникова пообещала в свой следующий приезд. Важенина, Евгений Романов, Республика.